Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. И сейчас я сделаю то, что пообещал сделать несколько дней назад. Значит, для тех, кто в курсе, ребят, вы помните, что я сказал, что я попытаюсь за кошмара получить компенсацию не в виде 1 миллиона серебра, а в виде 250 единиц золота, за которое можно эту машину продать. Вообще, этот способ должен распространяться на все коллекционные машины, которые вы получаете. Ну и, соответственно, хотите получить за них золото, а не серебро, если в компенсацию вам предлагают именно серу. Значит, смотрите, параллельно, ребят, для тех, кто не в курсе. Значит, смотрите, вы еще, допустим, не дозабрали все сертификаты на кошмара, в частности, на данный момент. Я уже просто все собрал. Но у вас кошмар в ангаре уже есть. В таком случае, так как говорит нам новостная лента, что в случае, если у вас кошмар в ангаре уже стоит, то за него вы компенсацию получите в виде 1 миллиона серы. Но не всем надо серебро, но уверен, что всем надо золото. Пускай не в сильно больших объемах, но хоть что-то, это тоже хорошо. Итак, ребят, что я планирую сделать? Смотрите, я забрал все свои 100 частей сертификата на кошмара. Вот они висят у меня в моем хранилище. Теперь давайте сделаем следующее. Поскольку я знаю, что 100% кошмар у меня уже лежит в виде сертификата в хранилище, я абсолютно, как я точно знаю, безболезненно продаю данную машину за 250 голды и 28 тысяч там с копейками компенсация за всякую дребедень, да, там снаряжение, амуниция, боекомплект. Продаю. Перед этим смотрим, у меня в копилке 35-310, должно стать 35-560. Продаем данную машину за 250 голды, продали. Вот, пожалуйста, 35-560 золота, то есть кошмара я продал за 250 единиц золота. И сейчас я захожу к себе в хранилище. Беру сертификатики на кошмара. Ни в коем случае не нажимайте обменять, потому что вы их меняете на кристаллики, короче, на шлак какой-то. Нажимаете вот сюда на зеленую стрелочку, объединяете эти сертификаты. И только после объединения этих сертификатов у вас есть сертификат на кошмар. И его вы уже нажимаете использовать. Теперь мне должно написать, что мне начислен танк, получен танк кошмар. Посмотрим на него. Вот он, пожалуйста, он опять у вас в ангаре. Да, вам придется заново поставить амуницию, боекомплект, оборудование поменять, как вам там нравится, что включить, что отключить. Но смысл сводится к следующему, что если у вас в ангаре есть машина, которая сейчас вам может достаться 100%, да, ребят, ни в коем случае не путайте это с покупкой, там возможностью выпадения из контейнера. Хотя есть тоже там еще один способ, каким образом провернуть так, чтобы все было окей. Короче говоря, берете себе в ангар перед тем, как ставить машинку по полученному, в частности, сертификату, или когда вы забираете в каком-то ивенте, уже 100% знаете, что вот секунду через секунду вы заберете, свой дубликат, который стоит у вас в ангаре, продаете, ну и, соответственно, заново получаете машину. В таком случае вам компенсация в виде миллиона серебра не падает, а вы именно продаете машинку за голду. Да, 250 голды это небольшая сумма, но это 5 дней просмотра реклам дополнительных, которые вы делать не будете, а золото уже получили. На данный момент у меня все. Надеюсь, полезная информация, которую я считаю полезной, будет полезной для вас. Я стараюсь ради вас, поэтому подписывайтесь на канал. У меня только честная информация. Проверяю все на себе. Ни в коем случае не буду никогда никому советовать того, в чем я не уверен. И на моем канале вы найдете исключительно честные обзоры. Короче, по желтому шильдику в правом нижнем углу милости просим в постоянные зрители моего канала. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.